В Люберцах прошел товарищеский турнир по волейболу среди участников клуба «Активное долголетие». Спортсмены старше 55 лет показали хорошую физическую подготовку и яркую насыщенную игру. За соревнованиями наблюдали мои коллеги. От главы городского округа Люберцы Владимира Михайловича Волкова, от себя лично всех поздравляю с открытием нашего межмуниципального соревнования. Всем желаю удачи, победить сильнейшие, всем здорового образа жизни. Для этих людей здоровый образ жизни не просто слова, а девиз, которому они следуют. За плечами люберецкой команды по волейболу несколько побед на региональных и всероссийских турнирах. Сегодня пришли пополнить копилку своих достижений. У нас настрой боевой, потому что нас очень хорошо поддерживает спорткомитет и также «Активное долголетие». Вот, они нам организовали, выделяют спортзал. Как понимаете, в это сегодняшнее время это очень сложно, но тем не менее мы 3 раза тренируемся. Кроме люберчан, в турнире приняли участие спортсмены из Королева и Реутова. В каждой команде по 6 игроков и столько же запасных. До 25 счет идет, 25 очков. Если разница идет, ну идет там, допустим, 24-24, 23-23, то идет, соответственно, до плюс 2 побед. Двух мячей. Много зависит от судьи. Почему? Потому что обычно есть судьи, которые подсуживаются, есть судьи, которые... Я никогда никому не подсужу. Я сужу то, что я вижу. По результатам матчей сильнейшей оказалась люберецкая команда. В следующем году спортсменам предстоит участие в первенстве России. Там «Активные долголеты» планируют сыграть с таким же результатом. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.